Всем здравствуйте! Сегодня у нас 22 августа. Или пчелы разведчики летают, или залетел какой-то раек небольшой. Время уже 8 час. Пчелки кружатся, подлетают потихоньку. Будем надеяться, что залетел, да, ворон? Поехали мы с вороном фотоловушку забрать. И может быть успеем кого-нибудь козлика заснять. Сюда приеду тогда. В субботу днем погляжу, как тут у них будет с летом обстоять дела. Как-то вот так. Вот третий рой, если это рой. В этом году. Прошлый год первый рой поймал на этом же дереве. В начале, по-моему, августа. Или в самом-самом конце июля. А нынче поймал вон на том дереве, на большом, первый рой. И вот сюда все-таки залетели. Это хорошо. Привязал я, в общем, ворона. Тишина, ветра опять нету. Сейчас погода как раз такая стоит. То днем дует, вот подходи и лови за рога, а вечером, блин, погода такая, что вот он уже стоит и услышал, смотрит на ворона, идет к ворону. Жить-то однозначно. Рога разглядеть, попробовать в воде высокий. То, что ворона слыхать очень-очень сильно. Травина на голове у него. В общем, сильно-то не убегает. Сейчас уже ворона видит. Ну вот он перед травой бежал. Тут 25 метров, наверное. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21. 23. Вот так вот. Ладно, в общем, он убежал. Пройду еще метров 500. Не дошел я до желаемого места. И там попробую попищать. Там должно быть два молодых. Сигалетки, видимо, прошлого года. И один тоже неплохой. Может быть, даже это он и есть. А может быть, это другие. Маню вот этим своим манком. Сейчас дойду до места. Разберу, покажу, из каких он частей состоит. Ну, особо я там переделок-то так их и не назовешь. Переделками.
немного я там очень изменений внес, несущественных. Ну ладно, батарейки-то мало. В общем, позицию я занял. Вот в одну сторону у меня вот такая местность. В правый угол такая же местность. Сюда вот прямо у меня так ветки расположены, что сидеть более-менее удобно. Здесь вот рядом кустики у меня идут. Тут самое ближнее место, метров 70, наверное, до кустов. Три раза сейчас пискну. И вот где-то он там орёт с тех кустов. Так что вот не знаю. Посижу, посмотрю. Час я здесь планирую посидеть. Вдруг что-то выйдет. Да ворона у меня метров 500. Точно, я думаю, есть. Расчет у меня идет именно вот на вот этот угол. И туда вот направо, по правое плечо. Даже маленько за спину. Ворон у меня по левое плечо сидит. Так что вот так вот, вот в общем, сижу, жду. Мастил сейчас, короче, кепку и камеру, чтобы манок заснять, разобрать. А то так никак у меня времени и не хватит. Вот так вот он выглядел. Ну и сейчас выглядит. Сюда пищался, дулся. Отсюда воздух выходил. И писк раненого зайца, крик он изображал. Сейчас он выглядит здесь вот так вот. Из переделок я вот это маленько заточил под углом. Получился. В интернете поглядел, как у Нордика. У Нордик Рой выглядит там тоже так, с конус сточены. Переделал вот эту мембранку. Была она более короткая и более толстая. Я сделал из рентгеновского снимка. Она более такая тонкая, как мне кажется, и это больше звука, да, писка именно. Была первая сделана по прямой, срезана под прямым углом. На каких-то первых видео, где я козу не успел тогда в камеру включить, вернее, не довключил, в упор подбежала, манил. Там писки есть, на именно на ту первую пластинку. Сейчас я вырезал ее более тонкую, и вот сужается она, вот как, ну, как на видео видно. Звук здорово изменился. Но это для меня. Сейчас вот разберу. Из запчастей. Вот все запчасти. Ну, где-то пол, может, миллиметра. Ой, пол миллиметра, сантиметр она толщиной, мне кажется. Миллиметров 5, даже побольше здесь. Отверстие. Его я тоже сделал пошире. И вот в этом месте оно было практически ровно. Вот это. Тоже снял. Почти сделал по прямой. Не знаю, видно, не видно. Почти прямо выглядит. А был здесь, получается, если дуть в это место, здесь была как ямка. Я выровнял. Ну вот, в принципе, все переделки. И язычок примерно раза в два длиннее. Сколько тут сантиметр, наверное, 3,5 выглядит. Вот и все. Вот так вот собирается. Здесь диаметр, не знаю, около сантиметра. Чуть побольше. И все. И вот так вставляется. Ладно, манить я сейчас не буду. Я только пискну. И все. Длину можно язычка еще выдвинуть сюда. Можно задвинуть. Зубами пережимаю вот эти вот места. И звук разный. Чем ближе сюда корпусу зажимаешь,
тем он громче, не знаю, какой-то непонятный. Но коза именно на него лучше реагирует, на этот звук. Чем ближе к кончику зажимаешь, тем более такой писк тоненький. Как-то вот так вот. Будто, который мне давали, он у меня все еще, но он у меня дома остался. Чтобы этот никак не изгибался, я одеваю это обратно, как он был. Типа защиты у меня используются. Ну, интересного, может, ничего и не рассказал, может, кому-то пригодится. Начал пробовать, в общем, сам делать подобный. Взял на работе у парней трубку пластиковую. Воду заводят и все такое. Он по диаметру как раз вот как вот это вышел. Внутренний. И пытаюсь вот в нее вот такие же две палочки сделать. Но когда у меня энтузиаст на меня нашел это попробовать сделать, ничего под рукой не было. Обычные две ветки сломал. У куста у какого-то попытался там ножиком вырезать. И пластинку. И ничего у меня не получилось тут. Но там сильно все неровно получалось. Так что вот так. Сам я его, конечно, не сделал. Есть заводской все равно. Но то, что на вот этот звук реагирует, меня это очень радует. Стоимость у МК была то ли 150, то ли там 240. Но точно дешевле 250 рублей. Сейчас точно не скажу, я его давно покупал, года 3-4 назад, если не больше. Как-то, в общем, вот так вот. Еще вот такой вот у меня нашелся с собой, оказывается, это с прошлого года. Видео есть там. На этом, возле этого же дерева я был. Коза там стороной меня оббегала. Ссылочку в описание добавлю. И ссылочку на блог мужика этого, где я подглядел, мне в комментариях под тем видео пока порекомендовали посмотреть. В общем, я делал таких 5 трубочек, именно самых изгибал. И вот от угла я как заметил, разный угол у меня у всех был, разные вот эти пластинки получалось. И у всех звук разный. Но он даже близко не похож вот с этим писком, который сейчас этот манок выдает. Он козы подбегали прошлый год. Практиковать я не практиковал такого никогда. Это мне в прошлом году интересно стало. И как бы опыта я пытаюсь набираться. Методом проб и ошибок. Так что будем пробовать. В этом сезоне, в следующем потребуется и 3-4 сезона. Но мастерство в этом мы отточим. И манок свой потом сделаю. Вернее, манок свой, который будет издавать звук, от которого особи мужского пола сибирской косоли будут просто без ума и бежать сами. Даже когда уже не надо, они все равно будут бежать. Ну вот так вот. Минутка позитива у меня, а то никого нет. Хоть настрою себя положительно. Че, сижу уже полчаса, короче. Никаких движений пока не замечаю, кроме того, как вот туман ко мне движется. С дальнего края. Все ближе, ближе ко мне. Тут уже как-то смотрится, как туманчик. Ох, не пасть бы. Там вот уже все в тумане. Я сижу-то выше тумана. Так что если козел ко мне подойдет, есть шанс на него прыгнуть сверху. Он меня не увидит. Как-то вот так вот, вот в общем. Сижу, наблюдаю. Ну что, кроме приближения тумана я так ничего и не наблюдаю. Туман уже вот расползается по поляне. С дальнего края уже вон оттуда все бело. Сейчас начали два козла перекликаться в той стороне, где у меня обзор самый маленький, метр, но недалеко.
легко перекликаются. Один раз ветка там сломалась. Довольно рядом, но тишина. Воробей тут летает где-то вот снизу по кустам. По тем, наверное, тоже шум наводит. И все. Пока все. А так-то красиво тут сверху сидеть. Еще бы лосика в это время сейчас наблюдать по туману, чтобы шел. Так вот где-нибудь, так вот тут бы шел. Ну ладно. У меня, в общем, вот так вот уже тут все выглядит. Вообще уже скоро ничего не видно будет. Принял, в общем, я решение делать отсюда ноги. Пока еще хоть что-то разобрать могу. Иначе я тут, наверное, буду до утра ездить. И то, наверное, даже не до утра, а до обеда, когда туман разойдется. Что-то вон там много километров все бело. И местность такая, что тут все одинаково. Никаких признаков животины здесь нет. Здесь вообще высоченный уже туман. Так что вот так вот. Ну, это не последний еще раз. Шанс поманить. Еще будут возможности. Так что ладно. Слазим. Но снизу вообще, в общем, уже все нифига не видать. Туда еще вот как-то, там лес повыше, побольше. Туда метров на 100 вижу. А здесь все вот до травины. Ну вот до вот этой, наверное, метров тут 50. Еще метров на 20 от нее увижу. А сюда тут сразу за кустом ничего не видно. Так что вот так. Сейчас... Перед тем, как слазить. А вот так видно. Так не видно. Если на четвереньках, короче, ползать, то еще видно далеко. Сейчас перед тем, как слазить, опять давай с настройками. Язычка мудрить, всякое его там изгибать во время писка, сам манок пробовать наклонять. И в одном месте у меня такие звуки для меня интересные получились, что в следующий раз я обязательно их попробую. Блин, резко холодно стало, хотя комары летают. Градусов, наверное, 12. Если не 10. Ну ладно. Выхожу еще. Ворона надо найти. Вот. Туман. Резкий такой перепад. И туда так по косой. Ладно, интересно, в общем, уже вроде ничего не будет. Так что всем пока. Ни черта, в общем, не видно. Да, ворон. Вот тут метров, блин, не знаю, 20, наверное, обзора. Ни черта вообще не видно. Вон лес еще для ориентира хотя бы виднеется. Местами он вообще ничего. Очки запотевают, как в дождь. Буду ориентироваться на ворона. Да, навигатор в голове.